Привет, друзья! Совесть на Волге, Магнит Косметик. Нас долго не было, потому что мы болели. И еще не выздоровели до конца. Зашли посмотреть и показать вам, что здесь Магнит Косметик интересненького. Вот что мы увидели. Посмотрите. Мерцающий блеск для губ. На масляной основе. Пахнет ванилью, Анфиса говорит. Да. Вот он, видите, какой? И цвета. Цвета разные. Ну, мы какой-нибудь себе прикупим, да? Возьмем себе? Да, здесь вот. Возьмем? Какой возьмем? Розовый, белый? Да, сейчас она вам продемонстрирует. С голубым шиммером. Ну, хороший. Угу. У нас вот с голубым-то есть вот эта помада. Seven Days. И с розовым. А это тоже переливы, где с розовым. Если мы немножечко будем подсапывать, вы уж нас простите. Мы болеем. Ну вот с розовым может быть взять. Он такой можно, нежный. Да. Давай руку покажи. Вот, видите? Он как-то даже с сиреневым немножечко. Как ты любишь. Так, вот, да. Нет, ну вообще с голубым у нас есть. А вот с зеленым интересно. Нет тестера, да? Вот. Вот этот вот какой-то интересный. Он как морская волна. Он такой же, нет? Нет, он другой, он не розовый. Нет, вот как этот. А, нет, больше зеленого. Да, этот он, видите, как с бриллианта, а этот чисто такой. А вот мерцающая помада для губ. Это не помада, это блеск. Что тут написано? Это, да, блеск для губ. Вот у меня есть. Вот, да. Если что, прочитай. Угу. Это блеск для губ. А то мы не видим, тут так мелко все написано. Ну, давай, бери тогда. Бери тогда розовый. Есть он там? Вон он там с края стоит. Угу. Вот этот тут, ага. Бери. Где тут вообще это? Номер? Номер. Я не вижу. Вот. Ну, там должно быть... Ну, короче, смотри. А, вот 01 розовый. А я пока покажу, что тут еще есть. У тебя же розовый от этой, от Vivien Sabo. Ну, она как не розовая, как. Ну, хочешь, бери на другую. Держи. Ну, куда мне ее? Ну, в корзину. В корзину, она там дырки бы, я в карман положу. Так, что тут еще у нас есть? Не забудь. Ну, забуду, не беда. Ну, не забуду. Да шутим, конечно. Вот, посмотрите, что тут у нас. Ну ты давай это, просыпайся маленечко. Да я устала, я не знаю, ну, что понятно, тебе показывать. Нет, не видно, что здесь написано. Что это такое? Помады тоже? Или для это самое? Тени. Ну вот, видишь? Я тебе могу дать вот, чтобы тебе видно было. Жидкие тени. А, это подводка. Это подводка. Это, наверное, тени. Нет, это тоже подводка. Цены вот. Вот, видите, разные. Нужно смотреть, выбирать, смотреть на... Да, скидки хорошие. Что там написано, на какой. Я сейчас покажу. Так что, если мы тут немножечко гнусавим и подсапываем, вы уж нас извините. Так, а здесь еще вот тоже скидочки есть. 15-го будет скидка 20. 20, по-моему, они пишут процент. Тушь, по-моему, тут цветная или что? Тушь для ресниц. Они просто так разноцветные. О, видали? Это тушь такая? Да, розовая. Ну, сейчас в тренде у молодежи. Угу. И какая? Что там за цвет? Ну вот. А, для волос это. Вот, видишь? Да? А я, тут... Надо. А тут-то не написано. Да, для волос. Как нет, раньше было в 90-х, ага. Я помню. Все возвращается на круги своя. Угу. Вот видите, какие цвета. 339, да? Угу. Минус 60%. А для ресниц вот, походу. Ну, тут без розовый тестера. А я не знаю, тут без тестера. Что тут еще? А вон 299, это что такое? Мерцающая помада для губ. Тоже. Тестер. Тестер, видите? Ага. Да это как мы купили в прошлый раз.
Наподобие. Ну, наподобие, да. Тут более мелкий такой помол, более спокойное мерцание. Интересно, оно везде, везде разное или... Да, вот это вот рыжее, рыжее мерцание, розовое, розовое мерцание. А давайте посмотрим вот зеленую, вот эту голубую. Вся испачкалась тоже. О, классная. Да, вот это вот интереснее. Да, и вот эту еще надо. Бордовая? Угу. А вот это вот похоже на твою, которую Вивьен Сабо. Ага. Все дальше. Так, далее. А вот еще масло для губ есть 229. Вот. Ролик. Фруктовый наполнитель. Да. С запахами. Угу. Что-то у меня здесь аллергия. Вот палетки. 489. 439. Вот видите? Яркие такие. Неоновые. Летние. Неоновые. Но тут не только неоны, тут вот есть еще и такие вот цвета. Что-то мне не видно. Ага, видно. Угу. Все, а дальше вот посмотри вот здесь. Вот. Это Элиан. Тоже скидки. Да. Что-то по 199. Что-то по 199 посмотрим. Это от этой блогерши-визажист Маша Растушевка. Вот она представляла коллаборацию этого. Тут глиттер какой-то, но он запечатанный. А, тестеров нет. Mm-mm. Глиттер, подводка для глаз с глиттером. Вот где-то тут было 199. Это не она. Сияющая подводка, вот она сияющая? Есть. Ну да, вот она есть. Ну, тестера-то нет, мы показать да. не можем. Также тени вот в лавандовых оттенках, плюс еще тут вот они такое дорогие. Есть. Да, 1891. Дорогущие, это со скидкой. О, смотрите, какая подпигментация. Какая пигментация, смотрю, хорошая. А вот этот светленький. Под мои брюки. Вот, видите, лавандовые такие оттенки. Сейчас я вам покажу, какие у меня брюки. Это вот интересная подводка. Вот смотрите, вот посмотрите, мои брюки. Что там внутри? Вот такие. Как раз такой цвет. Ага. Посмотрите, что там внутри. Минус 69%. Ой. А это что, смотри? 39. Это лаки. Вот еще вот такая. А нам, коллекция. Кстати, хорошо. Надо это. Вот нам надо. Это не он, кстати. Ну, вот. Читай, что там написано. Ну как я прочитаю, когда я снимаю? Ну я-то не вижу. Ну на, на. На тебе лупу. Базовое покрытие. Вот написано. Нам надо. Если это он, бери. У нас закончился. Бесцветный. Ну, держи у себя. Ну, это, мне кажется, что-то другое. Но базовое это покрытие. Посмотри. Ну, какой-то из них. Верхнее покрытие, базовое покрытие. То есть они разные? Ну, да. Ну, в основном верхний. Ну, какой-нибудь хотя бы возьми из них. Ну, тут 1,299. 39 это базовое, внутри. Ну, хорошо. Но ногти не будут слоиться, может быть. Так, что тут еще интересного? Вон, покажи коллекцию, вон Рашу. Какую? Вот. Билет в лето. Хайлайтер кремовый, вон, 489 скидка. Покажу сейчас, если есть куда. Даже не знаю, куда. А тут нет золотинкой. Влажных салфеток, как... Я что-то не видела. Как в золотом яблоке, вон, а то без какой хайлайтер. Сейчас. Оно хороший. Угу. Кремовый такая текстура. Да. Сияющий. И цена. Ну, правда, дороговато, конечно. Также вот карандаш для бровей. Вот 0,1 блонд для блондинок 199. Есть он тут? Смотреть надо. Ну, они вот, да, стоят. Он, наверное, коричневый. Но он светлый для блондинок. Либо коричневый. Вот, него... есть. Еще есть. Ага. Поэтому это очень хорошая скидка. Вот я брала, у меня был для глаз вот такой карандаш. Мне понравился коричневый. Но он вот 489. Подожди, ты слишком быстро, я с тобой не успеваю. Вот он, мне понравился. Отличный карандаш. Это я... вот из этой коллекции? Да, Элиан.
Так. Вот мы нашли тональные крема по 199,99. Но вот 15 будет скидка, 20 или 25%. А здесь у нас, смотрите, малиновые дни в парфюмах. Сейчас мы здесь поснимаем что-нибудь интересненькое. И я вам парфюмы покажу. Платье по 119. Скидочные. Вот такие, таким цветом прямо сейчас красит. Да. А мало вообще вот скидочных, да, смотри. Биби, вот это вот что такое биби. Нет, такой я нет, не хочу. Это черная помада. Beauty Bomb. У меня такая есть. Но тут ничего такого. Это тут не в гроб ложится, это серебро. Но у нас есть такой. Сразу в гроб. О, тоже какой-то серебряный. Лаков много, можно выбрать. И скидки есть. Вот нам бесцветный нужен. Но какой-то он здесь. Интересный шиммер. Ага, хороший, летний такой. Летний, да. На ногах ногти можно покрасить таким. Он и не яркий, и вроде покрашен. И вроде ухоженный. Стойкий лак какой-то новый. А, давай покажем, что за лак. Какой-то лук. Смотрите, какой-то новый. 200, и такой матовый прям пузырек. Это, наверное, матовый, что он? Тут несколько, вот, посмотрите. Верхнее это прозрачное покрытие для лака. Вообще, новая линейка. Это верхнее покрытие. А вот. А это лак уже. Стойкость до одной недели. Тут смотри, тут и наверху вот они тоже. Нанесение длительный блеск. Стойкий лак. Угу. Но цена, конечно, тоже стойкая. А вот эти лаки. Какой-то интересный, смотри. С какими-то вкраплениями. А здесь вот хорошие скидки вот на эти лаки, посмотри. Как мак. -50%. Универсальный гель-лак, стойкость 21 день. Это гель-лак. А но вот он так и наносится. Наверх посмотри. Угу. Скидка 50%. Успей купить. Кому надо нет, такой в лампе яркий? Надо. У нас вот такой розовый был. Вот такой да. Вот. Вот долго они по 119. Он у тебя был. Угу. Но они не все по 119. Вот 139. Так, 139 вот есть. 119, 198. 119 тоже надо смотреть по номерам. Короче. Короче, бам-бам-бам. Ну тут я уже много раз показывала. Кому интересно. Всякие разные наборчики. Ну что, ты пока смотри, а я посмотрю, что у нас тут с парфюмами интересного. Смотрите, пишут, малиновые дни. Скидка до 50%. Только я не понимаю, а где она, эта скидка? И как узнать? Да. Как узнать, где она вот есть? Вот они уже, наверное, сразу пишут. Вот, наверное, желтые ценники, это уже скидка. Со скидкой. Сейчас я поудобнее сделаю селфи-палку. Наполеон. У меня есть. Есть у нас пока. Сейчас я вам покажу, что здесь и бюджетных. О, спрей для тел, кстати. Да? А, нет, это не то. Так. Вот на этом Black Crystal. Скидка. Такси. Такси. Без скидки. Внизу мне нагибаться, конечно.
смотрите. Я помолчу. Это я же тут внутри не делась. 249 ага. В другом магазине, на революционной, на улице, Камильфо, Анфиса сегодня видела новые стенды. Но там еще нет косметики. Там просто их выставили. И мы вот сюда зашли, думали, может быть, здесь есть. А здесь мы пока не видим, да? Но здесь есть новый стенд, который мы не показывали при входе. А там косметика. Но там уходовая. Я не знаю, покажу, когда... Сейчас вот я про парфюмы сниму. Может быть, кому интересны только парфюмы, чтобы не смотреть все видео. Сейчас посмотрите. А то мы всегда у нас длинные получаются. Если вам неудобно, поверьте мне, мне тоже неудобно снимать, потому что это стоит все в самом низу. Я тут нагибаюсь как могу. Чтобы вам видно было. Так, сейчас тихонечко поднимаемся вверх. Ну нормально ты мне тут поставила. Антонио Бандерас. Смотрим, что здесь. Так, ну сначала посмотрим здесь. Не все есть. Минус 50%, до 50%. Значит, это вот уже желтые ценники, это уже фиксированное. Значит, да. Ну да, 1599, Бандерас не столько стоит. Влю, тоже 1599. Квин. А вот эти по 30 миллилитров, которые 899, но они, по-моему, так и стоили. Есть, кстати, тестеры. Можно попробовать. Кинг 2000, 3387. Ну, здесь понятно написано. Вот. Минус 25%. Здесь не написано, сколько процентов. Сейчас снимать так неудобно. Но это тут... Сколько вот тут вот будет? Непонятно. До 50%. И вот такая цена, белый ценник. Значит, какая-то должна быть скидка. Какая? Ничего не указано. Что-то я не понимаю ничего. Так что простите. Конкретного не могу сказать. Сколько стоит? До 50%. И все. Шакира. Данс. Данс. Пандора. Пандора. Клава Кока.
Такая же цена. Где скидки нет? Клава Кока пока все есть. Так, ниже смотрим. Может, они еще их не написали. Может быть, это спросить? Пусть нам расскажет. Ну как я смотри, когда я снимаю? Ну вот, тут, ну, вот как я могу? Ну, вот... Значит, розовый только со скидкой. А вот этот и вот этот вот без скидки. Хьюго. Даже тестеров нет. Скоро их вообще, наверное, у нас не будет. Так же, как Сальвадор Дали, вообще пропал весь. Клуб. Пинг.
Клярин. Хорошая скидка. Единственная только. Нормально. Опять джинсы. Зеленый без скидки. Желтый без скидки. Зеленый. Женский со скидкой. Оранжевый. Летний без скидки. Поняла. Здесь у нас почему разная цена? 50 миллилитров, а здесь 30 миллилитров. Понятно. Династия Марина Стеллари. Добрый вечер. Стеллари. 1589. Есть все. Паратоле. Стеллари. Паратоле. Красиво, да? Пузыречки такие. На лаке Стеллари тоже 2 скифа, 2 чули золотой. А здесь я уже, по-моему, показывала. Так, моноароматы. Надо смотреть, какие. Ручки. Вот объясните, пожалуйста. Вот такой хороший, симпатичный молодой человек. 50% до 50%. Вот когда желтые ценники, а то они не поймут ничего. Я им рассказываю, а ничего не понятно. Тут видно, сколько процентов скидка, и уже скидка. А вот белый, допустим, пишет до 50%, а ценник белый. Есть какая-нибудь скидка или нет? На белые ценники 20%. На все.
У желтых скидка до 50 доходит. Ага, значит, желтые это уже фиксированные. Да, то есть 20, 30, 40, вот здесь 50, например, 45. Ага, это понятно. До 50 доходит. Ну, вот видите, 20, а на все белые ценники 20% скидка. Да, все так. Ага, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Пойдем посмотрим, там что еще есть. Ну вот теперь нам все понятно. Приходите. Идем покажу еще, наверное. А, ну вот, вот эта коллекция. Мне ага. уже кто показывал. От Даши Граф с коллаборацией. Угу. Летняя коллекция. И сейчас вообще в тренде. Вот такие вот. Ой, какие сережечки, аквалайнеры. Вот, то есть они не смываемые водой? Наоборот, кисточку мочишь в воде и рисуешь всякие. А, это на новый, глазах, про который ты говорила. Да, стрелки, угу. над глазами всякие линии. Вот, это прям вот в тренде. Этого это последний. Лета. Вообще супер. Вот последний писк-писк. Они... Да, 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 да. Сколько да. они стоят? Они в районе 500 рублей, насколько я знаю. Вот здесь я. Ты покажи вот панорамно. Как они называются? Лайнер. Лайнер. Меня здесь лайнер, отсвечивает. Лайнер. Тут я сейчас не найду, наверное. Вот тут вот эти покажи. Ну, я показываю. Вот они как раз, наверное. Вот. В районе 400 рублей, нет, значит. 500. Может, 600, может, 600. Вот а вот тут 299 обзор. Что-то есть. А вот смотри, какой грибочек. Это что может, такое? Грибочек как раз. А нет, а бальзам 329. Это бальзам, бальзам для губ? Да. Бальзам для губ. Но это прям новая коллекция. А, покажи она... сережечки. Не со скидками еще. Какие симпатичные. Прям летние-летние. Угу, видите? Летняя коллекция. Симпатичные какие. Так же тут даже панамка вот есть. Да ладно. Да. Взрослая? Да. С грибочками? Да. Симпатичная. Она тоже где-то в районе 500, может 400 или 500. Но это надо смотреть, да, слупать. Ну вот тут просто они закрыты. Вот, 499 панамка. Для панамки, кстати, это нормально. Ага, вот это панамка. Да, да. А вот это вот у нас что такое? Это? Под глаза? Веснушки переводные. Не, ну, смотрите. Кстати, маска пузырьковая, вон, по скидке 67,39. Недорого. И вот вообще на Beauty Bomb, в принципе, вот карандаш для глаз, карандаш. Хорошие вот скидки. И вот такие карандаши. Тоже они для губ. Ага. Вот оно, видите, наверное. Какие цвета. У меня есть вот такой. Он заканчивается. Вот я думаю себе какой-нибудь еще взять. Красный надо. У меня а этот, вон розовый какой. Розовый. Какой алый симпатичный. А еще мне вот, не знаю, вот цену не нашла. Вот хочу узнать, сколько такой тинт для губ стоит. Хочу тинт для губ. Вот надо узнать. Я тут не нашла, сколько это же для помады? Но она тинтует, она не смывается. Она как 290, как 229, ну, нет, наверное. Тут написано блеск для губ. А этот вроде бы тинт. Сейчас я прочитаю. Да, это тинт. Блудишот. Так, а вот это вот, вот это вот что такое? Это масло. Масло блеск. Питать губы. Также тут огромные скидки вот на коллекцию. Эмочка. 419 тональный крем. 198 что-то было. Гель для бровей, бальзам. Вот бальзам, наверное, скорее всего. Для губ. И вот здесь тоже. Такие двухсторонние помады. Интересно, жидкие. Да? Да, здесь это как матовое, потом вот этим глянцем. Сверху будет. Сверху, и вот они стоят 198, а стоили 449. Есть еще вот в таком оттенке. То есть надо смотреть. Да, не лениться. Вот а посмотри, посмотри, здесь палетка со скидкой. Палеточка. Ага, у меня такая зеленая, старая коллекция хэллоуинская. Видишь, какая? Угу. У меня, помнишь, такая зеленая? И ага. она уже, не знаю, года два. Да. И там прям нормальная. Да, я постоянно ей пользуюсь. Хорошая. А это вот другие, тут больше красного. Тебе не надо такое? Не знаю. За 300 рублей. Вот. В принципе, можно. Да тут смотри. Можно посмотреть. 55% скидка, осталась одна, ее же не будет, это лимитированный был выпуск. И больше не будет.
Да. Тебе, по-моему, надо на концерт. Да у меня есть вот эти рыжие, красные. Так. Вот единственное, что вот такого вот нет. А что ты еще интересного нашла? Так, Стеллари. 40%. А вот интересно, он сказал на парфюмы 20%, а если на все Стеллари 40%, парфюмы входят в это 40%? Надо спросить. Конечно. Ну, людям интересно. Хочешь Стеллари? Или ты просто... Я хочу вот этот вот. У меня, потому что Баккара-то кончилась почти. Ух ты, мне нужна Баккара. Смотри, ну, мне она нравится. Она мне настроение поднимает. А это как Баккара Руж. Мимо прошла, не увидела. Так, я сейчас вот здесь вот еще зацеплю кое-что. Так, это у нас Лореаль. Ну, тоже кое-что есть. Сейчас вот так вот покажу издалека. Я что-то с тележкой хожу. Вот, Golden Rose стенд. А где написано? Смотри, и вот тут внизу написано. Пума даже пупа. Есть. Пупа, а какая вот, пума? Пупа. Пупа, кстати, заговорился уже. Раньше. Пупа, да? Да, привезли. Будут. Значит, будет стенд, смотрите. Будет стенд, да. Это мы смотрели в «Золотом яблоке», да? Да. И уже со скидочкой. Вот Golden Rose. Так у меня вот так вот, вот так не отсвечивает. Тут палетки, вот смотри, какие оформления какое. Отсвечивает у меня немножко. Вот сейчас так прыски не показываю подальше. Вот, чтобы видно было. Палетки теней. Вот они. Вот это в таких коричневых, а это в ярких пастельных. 699. Да, плюс. Но можно взять со скидкой, когда будут, для губ, когда будут два раза в месяц магнит. Хайлайтер. Я уже заговариваюсь. У меня температура поднялась. Тинт тоже. А это не тестер? Тестер. Давайте посмотрим. Ух ты. Это помада прям. Тинтующая. Хорошая. Классная. Такая прям железная, прикольная упаковка. И они такие. Твои цвета. А вот это вторая твоя. И первая тоже. Но первая, она как-то больше к бордовому. Это тинт-бальзам для губ. Это нюд. Ну, я нюд не люблю, я люблю вот, вот такие. Кстати, и недорого. Да? Это они 249. Ну да. Уши вот для ресниц. Так. А что тут еще интересного? Румян хайлайтер. Вот такая вот палетка. Запеченные. Запеченные они. Да, я поближе покажу. Они это долго. Карандаши. А мне вот надо яркий, кстати. Тестер. Какой хороший. Угу. Может, нам взять какой-нибудь карандаш? Дорогие, наверное. Без скидки-то. Так, а вот 249, это, наверное, карандаш для... Ну-ка. Это, наверное, для глаз. Неон пинк. Да, для глаз. Неоновые. 179 они. Мне надо будет. У меня же палетка есть, которая... Тестер, вот смотрите, какой есть еще. С металликом немножко. Палетка яркая есть. Под нее же надо подложку. В любом случае. Да, интересненько. Интересненько. Масло тинт. Карандаш для губ. Бальзам для губ. Карандаш для губ. Посмотреть надо. Да. Ну тут вот тут смотрю, тут и карандаши, и помады. Так, интересно. Здесь вот Influence Beauty. Анфиса говорит, новая коллекция. Вот, вот это новая вот. Коллекция. Это мы все уже показывали, но тут кое-где есть вот тоже скидки, смотри. Да. Видишь? Так, да. Покажу. Смотрите.
Надо смотреть номер помады и искать, короче. Ну, давай посмотрим, покажем, что здесь. Палетка. Такая. Вот они, цвета. Все у меня отсвечивает. Почему-то здесь, в этом магазине. Ну, такие более спокойные. Покажи. Вот. Хайлайтер в треугольничке. Сейчас посмотрим цвет. Ну, такой летний. Такая летняя. Видно, да. Летняя коллекция. Это что? Подводка. Подводка. Черная. Если кто не понимает, это мы используем тестер. Исключительно тестер. Тестеры. Мы... Карандаши, смотрите. Если какие. Нет, ох, тестера. Сияющий какой. Мы не пользуемся. Да. Вам не показываем, не открываем. Так. Это тоже тестер. Это 02. Такая какая-то она. Как раз вот летняя, да? Сияющая. Все, ага, только немножко таким желтиночкой. Это желтиночка, это белая была. Сегодня, кстати, это тестер, да. 4 свадьбы. Вау. Это для губ. Вот это кайф. Просто. Вот это вообще красота. Нет, тут цена, конечно, тоже. Масло, это масло. Красота. Тестер. Прям покрывает губы, как пленочкой. А вот вот этих... что-то такое, вот это 02, 03. Это... А, они разные тут оттенки, смотрите, как переливаются. Ага, ну, понятно. Ой, красота. А это что такое? Фиксатор спрей. С SPF, между прочим. Для чего? Для лица? Да, с SPF как раз на лето. Он, наверное, идет и как против солнечных. SPF. Угу. Маска, плампер для губ. Интересная какая-то. А сколько время? Мы тут не задержались? 20:13. А, но еще есть. Так, что здесь еще со скидочками? Вот смотри, 199 что-то. Нам еще надо... Кремовые тени. Тут стенд показать с новой кремовые посудой. Кремовые тени. Вот такой цвет. Ну, там, наверное, разные они. Бронзовые. Вот. Пудра вон компактная, 399. У меня была такая пудра хорошая. 50% скидка. Вон, я ее на концерт пользовалась. Хорошая пудра. Такая прям она нежная. Помады. Карандаш для губ, 119. 11 номер. Какой-то прям светлый для губ. Для нюдовой, может, помада? Может, может быть. А там еще вот есть 199. 199. Это для глаз. Кстати, вот эти хорошие карандаши для глаз. А какой? В ассортименте. Тут я точно знаю. Это тестер? Не тестер. Где тестер-то? Может, нету? Так. Мы не будем открывать. Ну, что тут еще? Подводка гелевая. Тон 02. Ну-ка. Тон 02. Дарк. Это черная. 02 это белая. Белая совсем? Белая. Белая. Почему она белая нужна? Ну, тоже делать всякие. Так, что здесь еще? Ну, здесь все то же самое. Стенд с очками. Я сегодня здесь свой любимый шампунь возьму. Он стоит со скидкой 199. Вот он мне только подходит. У меня густые, толстые, жесткие волосы. Вот как раз мой любимый. Сейчас его не найдешь. Мне прям повезло. Угу. Ты с той стороны что-то еще увидела? Я не буду тогда отключаться.
А здесь, посмотрите, вот мы ни разу не показывали Клава Кока стенд. Показывали. Он у меня не снялся, не зафиксировался. Сейчас я вам издалека покажу, что он у нас есть. Геомозаик еще пришла тоже. Карандаши, румяна. Туши. Угу. И цены. Угу. Арт-визаж тоже. Фирма уже наполняется, отдельный стенд. Мы здесь нашли еще вот новый стенд косметика от Агафьи. Покажи, что здесь. Крема. Крем-эксперт. И цены такие приемлемые. Да вообще недорого. У меня, кстати, крема кончается. Там чистая линия, вот скидка. Мицеллярная вода. Кто любит, вон покажи тоже наверх. Сейчас. Но это все было, а вот тоже скидка на чистую линию. Накраску для волос скидка сегодня 20%. Чистая линия по 199. 199. И вот здесь вот да, новый стенд. Инновация. Крема. Все про них рассказывать, конечно. Там и для лица, не расскажешь. Для волос. Я, кстати, посмотрела, тут вот такая сыворотка есть для волос по скидке 179 рублей. Вот Botanic Flower. Какая-то новая. Ну, бальзам-маска, шампунь. Ты что, крем-мультиуход для лица с витамином С и Е. Чистая линия. 199 рублей. Вот не знаю, как он. Не знаю, а это как гель, мультиуход. Для аллергического такого. А вот так вот крема, вон видите, они недорогие здесь. На краске скидка. Краск много. Оценочные. Зиос. Хара. Новая. Ну и здесь большой стенд. Шампунь. Весь магазин, конечно, мы еще медленно говорим, мы же волжане. Я не могу снять. Вот хочу вам показать наше самарское новое мыло. У нас была орхидея или? Я не помню. А это пион, наверное, да? Наверное, похож на пион. Это как красивый сад называют, переводится, да, Beauty Garden. Какой-то новый. Давай возьмем одну. 56 рублей, но оно не хуже камеи. Мы такое брали. А это что? Какое-то импортное. Сделано в Италии. Итальянское мыло. А стоит сколько? 199 рублей. Оливка и роза. Нет, ну мы пока возьмем наше, вот это вот самарское.
Ничего не чувствую. А, есть немножко, чувствую, угу. Пахнет прекрасно. Прекрасно пахнет. А, может взять это итальянское? Новинка какая-то тоже. Мыло стало появляться. Нет, ну можно взять бери вот это вот попробовать. Это наш, да. Наш бери. Наша весна. И пойдем покажем новый стенд. Там кое-какая летняя посуда. И будем, наверное, заканчивать. Тут много еще что можно показать. Вот смотрите. Вот такая новая посуда появилась. Вот этот стенд мы показывали. Вот этот вот. И здесь везде скидки теперь. Этот спортивный. Тут маечки, бейсболки, сумочки, сланцы, полотенца, интересные сланцы. И вот такая появилась посуда. Вот смотрите. Кастрюльки. Вот это побольше кастрюлька. И цена такая хорошая. Угу. Нам надо кастрюльку. Цена прекрасная. Угу. Значит, боксики. Это крышка для микроволновки. Смотрите, симпатично какая. Все в летних таких расцветках. Мы пришли вот в основном вот из-за этого. Ну и новые стенды вам показать. А это получается так, что в конце. Вот такая вот подставочка. Смотрите, с велосипедиком. Кувшинчик с крышечкой, кстати. С крышечкой. Удобный. А подставочка стоит, я не показала сколько. И крышка. Вот такая цена. Вот такие вот боксики. Так, это мисочка, да? Мисочка. Очень симпатичная для салата. Салатница такая. Иногда бывает, не хватает, куда салат положить. Масленочка тоже там внутри. Велосипедик, цветочки. Там так интересненько. Симпатичненько сделано. Причем это нарисовано на нем. Не картинка вставленная, да, а прям на масленке. Значит, вот тут ну, сковородочки такие легонькие. А вот это тяжелое. Это тяжелое. Так, вот это на стол. Многие ищут такие штуки. На стол класть. 119 рублей. А вот это интересно, смотрите. Это такие тарелочки. Ой, тяжелющие. В виде бабочки. Стекло. Стоит 199 рублей. Вот видите, какая. Мне бы еще так вот показать. Так, нет. Вот, вот. Сейчас. Сейчас я вам поярче, чтобы видно было. Все равно не видно, да? Вот так вот хотя бы. И вот такая вот. Вот тоже стекло. Но это полегче. Такое рифленое стекло. Стаканчики. Рифленые внутри. Они рифленые внутри. Смотрите, какие симпатичные. Маленькие, поменьше. С ромашками, с васильками. Лето пришло. 159 рублей. Тарелочки. 129. Кто производитель, я не вижу. Посмотри, пожалуйста, у тебя есть этот побольше. У тебя лупа есть, а мне не видно. Это глубоко. И Турция вот эта вот. И салатник. Вот это Турция. Значит, все Турция. Все Турция. Ну и внизу там полотенчики вон с велосипедиками. И вот такие вот. Ну вот, такой интересный стенд. Видел, какие стаканчики? Угу. Тогда еще тебе показывала. Рифленые.
Там у нас бытовая химия. Ничего интересного. Нет, ну кому-то интересно, конечно. Сейчас пройдусь. А здесь остатки прошлой коллекции. Вот, всего много. Давай химия. Чистящие, моющие. Всего много. У меня не останавливается картинка. Я заколебалась уже. Я ее останавливаю. Значит, не буду останавливаться. Значит, одним кадром. Я ее останавливаю. Она не останавливается. Это кошмар какой-то. Это вот у меня новый телефон. Такой. Смотрите, здесь написано 15 июня. Скидки. Тоже посуда. Ну, здесь детские. Кому, если интересно. Здесь у нас для кошек и собачек. Кому интересно, пишите мне. Я вам сниму детское отдельно. Все, такая посуда. Постельное белье есть. Трусики, носки, еще вот такая посуда, баночки мне вот эти нравятся, у которых крышечки подтираются, хорошие, хорошие баночки. Носочки. Симпатичные носочки на лето. Еще я не показывала ни разу мужские, чисто мужские полки. Мужские косметика, дезодоранты, гели, шампуни и детские. Так издалека покажу. Это коллекция Барби для девочек. Блесточки интересные. Мне надо узнать, сколько там цинка стоит. Ой, вот это что такое? Ай, вот это что такое? Это для детей. Мыльные пузыри. Каких только нет. А это вот тот вот самый... Нет, это тоже мыльные пузыри. Я думала, это вентилятор. Это вентилятор. Вентилятор? Чего только нет. И вот еще для девочек. Блестички всякие разные. Так, ну что еще показать? Может, я пойду. Ну все, друзья, почти все мы показали. Вот еще один закуточек. Здесь дезодоранты, аптечка.
всего для полости рта и зубов. Много всего. Зубные пасты. Прокладки женские. Помешаю? Нет. Наборчики. Ну, вот так вот, как могли уж, извините, мы болеем. Могли вам показали. Что-то новенькое, что-то старенькое, скидочки. Всем пока. Не забывайте оставлять комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем привет из Самары, из Магнит Косметик. Пока-пока.